Казахстан – огромная страна живописных пейзажей и высоких идей, многообразия и мира, богатой истории и динамичного развития. Казахстан – первая страна к востоку от Вены, возглавляющая Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе. Казахстан и президент Нурсултан Назарбаев вносят достойный вклад в создание единого сообщества безопасности на пространстве от Ванкувера до Владивостока. Достижению этой высокой цели должна послужить историческая встреча лидеров 56 государств ОБСЕ в столице Казахстана – Астане. Астана приветствует первый саммит ОБСЕ в 21 веке.